6 сентября, 15:30. Воды уже нет. А вот что было в 11:30. В Анапе прошел дождь. Посмотрите, что у нас творится. Сегодня у нас 6 сентября. Вчера то же самое было. Время 11:30. Нормально. Шестое сентября 2020 год. Время 11:30. Вчера прошел дождь, и сегодня вот только закончился. Это Красноармейская, пересечение улицы Северной. Так, ну что, вы идете? Тум-тум-тум-тудум-тум-тум. Ту-ду-ту-ту-ду-ту-ду-тун-тун-тун. Что-то непонятно, машины поехали. А, быстро так светофор красным стал. Люди идут. Сняли обувь и вперед. А это мой район, в котором я работаю. Вот тут рядышком мой отель. И вот смотрите, что у нас творится. Видите? Вот эта стоянка для машин. Сейчас я пройду туда. Покажу вам. А это наша улица. Красноармейская. Не на шутку погода рассердилась. То полтора или два месяца у нас вообще не было дождя. А тут уже второй день. Как из ведра. Льет и льет. Видите, что творится? Ну вот я иду. Вода везде. Вот, представляете, а людей нет, машины все. Ну, в общем, я дальше не пойду, потому что здесь сапоги нужны. Вот это вот наша дорожка, по которой ходят люди, тротуарная. Вот так, ребята, что творится.